Барановская вновь судится с Аршавиным из-за алиментов на детей. Телеведущая крайне недовольна тем, что футболисту удалось значительно уменьшить алименты на троих их общих детей. На днях состоится рассмотрение кассационной жалобы Барановской. Юлия не намерена отступать в схватке с бывшим мужем и отцом ее детей Андреем Аршавиным. Суды предыдущих инстанций стали на сторону футболиста. Савельевском решили, что он должен отдавать старшим наследникам не половину от всех доходов, а треть восьмых. А Мосгорсуд данное постановление поддержал. Адвокаты Барановской обратились в следующую инстанцию. 31 августа во втором кассационном суде состоится рассмотрение их жалоб. По словам представителей Барановской, футболист не идет на какой-либо диалог вне стен суда. А вот на финальные, ставшие для него победным заседания, Андрей в прошлом году даже прибыл лично. Захотел поддержать доводы своих юристов. «Мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним», – комментировала скандальный процесс Юлия.